Сегодня вечером в 19:00 смотрите новый выпуск программы «Проще говоря». Дарья Монастырева пообщается с Ильей Кузубовым, о чем расскажет ей гость из Архангельска. Мы узнали заранее. Помните железнодорожную станцию Тайбала в 50 километрах от Мурманска? А знаете ли вы, что недалеко от Северодвинска есть своя Тайбала? Правда, на географических картах ее не найти, но там вовсю кипит жизнь. Два кораблика. Как собрать и повести за собой 5000-ную толпу? Этим секретом владеют не только организаторы митингов на Майдане, но и гость программы «Проще говоря» Илья Кузубов, о чем он непременно расскажет. Одному медиамагнату, кстати, северодвинско-архангельскому, который сейчас намыливает лыжи в Майами, надеюсь, он не увидит этого интервью, я публично пообещал сбрить дреды за 2000 евро. Белое море, ну как белое пятно на нашей карте, да? Мало кто его видел по-настоящему, мало кто чего знает про него. Вот все ощущают, что это некая задница такая, да? Я вот был в Таиланде, путешествовал там полтора месяца на бамбуковом катамаране самодельном. Я видел, как насколько люди живут близко к морю и насколько они с ним взаимодействуют. А еще мы узнаем, какую роль термиты внесли в развитие музыки и услышим звуки земли. Проще говоря, легче один раз увидеть и услышать самому. Сегодня в 19:00 на телеканале Arctic TV.